У меня все. Спасибо за внимание. Прошу, уважаемые депутаты, поддержать данное решение. И депутаты поддержали без особых эмоций и бурных обсуждений. Сегодня между сферами делили не астрономические суммы. Просто латали дыры, отмечают депутаты. То, что сэкономили одни, отдали другим. Тем не менее, есть некоторые изменения, которые, наверное, важны. Это изменения в части поддержки сферы культуры, дошкольного образования. Значит, какие-то мелкие дополнительные траты на конкретные вещи. На 280 тысяч рублей больше Череповцу выделят на реализацию программы «Доступная среда». Вот денег на опеку и попечительство из регионального бюджета город недополучит. Хотя в целом на соцзащиту Череповцу выделят больше запланированного. Одним словом, миллион туда, миллион сюда, но в целом главный финансист города Сергей Косарев предложил депутатам следующее. Вносится предложение по увеличению безвозмездных поступлений подоходной и расходной части городского бюджета на 2015 год в сумме 170 миллионов 51 тысяча рублей, а также предложение по перераспределению расходной части городского бюджета на 2015 и 2016 годы. Сильно бюджет Череповца в этом году не изменился. Доходы 6 миллиардов 693 миллиона 562 тысячи с копейками. А расходы все равно больше. Дефицит почти 155 миллионов рублей. Но, к примеру, зарплату работникам культуры, согласно указу президента, повысят. На это изыскали 1 миллион 623 тысячи рублей. К слову, к выполнению указов главы государства местные депутаты еще вернутся после каникул. Народным избранникам придется дополнительно найти несколько десятков миллионов рублей на повышение зарплаты бюджетникам. Порадовали и дороги. Уточнение программы на 2016 год осуществляется по следующим направлениям финансирования. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, ассигнования городского бюджета увеличиваются на 19 миллионов 38,7 тысяч рублей, составят 218 миллионов 640 тысяч рублей в связи с софинансированием в рамках федеральной государственной программы развития транспортной системы. Речь идет о развязке с Октябрьского моста. Средства пойдут на строительство участка улицы Раахи от Октябрьского проспекта до улицы Рыбинской и реконструкцию самого проспекта от моста до улицы Любецкой. Несмотря на то, что работы на развязке уже начались, средства на строительство запланированы в бюджет 2016 года. Денег катастрофически не хватает, говорят депутаты. Именно поэтому сегодняшние бюджетные изменения погоды не сделают.